Рецепт приготовления домашнего хлеба из цельной пшеницы. Попробуйте этот полезный и вкусный хлеб, и он надолго войдет в ваше меню. Домашний хлеб порадует любого. Хлеб из цельной пшеницы готовится очень просто. Понадобится лишь хороший миксер или комбайн и пару часов времени. Готовим тесто, ждем, пока оно вырастет, и запекаем. Удачи! Сколько и какие продукты понадобятся, узнают те, кто досмотрит до конца. 1. В большую миску влейте воду, масло растительное, всыпьте сахар, добавьте соль и мед, перемешайте. Добавьте 2 стакана муки, перемешайте и всыпьте дрожжи. Всыпьте еще 4 стакана муки и хорошенько перемешайте при помощи миксера или комбайна до однородной массы. 2. У нас остался стакан муки. Если тесто не липнет к стенкам миски, то муку больше добавлять не надо. Если липнет, то добавляйте по чуть-чуть, продолжая помешивать. Не превышайте лимит в 7 стаканов. Готовое тесто накройте полотенцем и оставьте на 40 минут, затем разомните его и разделите на 2 части. 3. На присыпанной мукой поверхности разомните кусочки теста, придав им форму колобка. Выложите тесто в смазанные маслом формы, наполняя их наполовину формы. Помимо масла, можно присыпать мукой. Оставьте тесто в формах на 40 минут, оно вырастет практически вдвое. 4. Запекайте хлеб в разогретой до 180 градусов духовке в течение 36 минут. Отправляйте в духовку сразу 2 формы. Готовый хлеб выберите из формы и остудите на решетке. Когда хлеб станет теплым, можете обернуть его фольгой и так оставить до полного остывания. Вкусняшки, подписавшимся. 5. Хлеб из цельной пшеницы в холодильнике не храните. Рекомендую скушать его в течение недели. Приятного аппетита! Вкусняшки, подписавшимся. Такие продукты будут нужны. Горячая вода, 2-3-4 стакана. Масло растительное, 4 столовые ложки. Сахар, 2,5 столовые ложки. Можно заменить натуральным подсластителем, нектаром агавы, например, мед. 2 столовые ложки, соль 1 столовая ложка, мука из цельной пшеницы 7 стаканов, сухие активные дрожжи 2 столовые ложки, количество порций 8-10. Комментируем, лайкаем или дизлайкаем, подписываемся, чтобы не пропустить новые вкусняшки моего канала. Удачного дня!